важно понимать, что у всех нас есть жизненно трансформирующие события. Трансформирующие события могут быть со знаком плюс и знаком минус. Но со знаком плюс это то, что там типа розовенькое, со знаком минус это типа синенькое. Вступление в брак. Вы все, скажите, вы все радовались, когда вступали в брак? Я плакала. Ну ты же радовалась? А что плакать? Счастье. Беременная была в 17 лет. Ну, правильно. Ну ты же смотри, ты же не одна рожала, ты же не была брошенная. Конечно. Конечно. Правда? Это ты сейчас так думаешь? Но в тот момент... я реально плакала. О, хорошо. Просто иногда мы помним. У нее такое. Не то, что в тот момент. Да, я даже была еще. То, что запомнилось. Так как же так надо. Я вступал, так надо. Так хорошо, прагматично. Смотри, вот здесь у меня плюс 10 минут. Тогда для вас трансформирующее событие со знаком минус может быть вступление в ваш первый брак. Да, для вас. Честно, я верю. Я абсолютно верю. Я понимаю, что это нормально. Нормально. То есть рождение ребенка. Опять смотрите, я пишу это со знаком плюс. Для кого-то может быть рождение ребенка не вовремя, может быть травмирующим событием. Да? То есть я написала как бы идеальную картинку. Ну мы же все разные, да? Понятно, если ты рожаешь там 17 лет ребенка, и ты еще сама девочка, там дитина, а ты уже родил, может быть, для кого-то может быть радость, для кого-то это может быть что? Трансформирующее событие. Потому что ты с кем сразу стала? Взрослая, ты еще не прожила путь девушки, которая не успела стать молодой женщиной, ты из девочки стала мамой. Это тоже событие, которое сказалось на дальнейшей жизни человека. Почему это очень важно понимать? Вот сегодня вы можете, например, те из вас, кто, например, пережил развод. Когда я пережила развод, чему я научилась? Как это событие в жизни меня изменило? Не просто оно произошло. Как это событие меня изменило? Мой способ мышления, мои убеждения, мои действия, мое тело. Может быть, я стала духом, я закалилась духом. То есть задавайте себе, вот, я почему хочу сказать, что вот это, когда мы с вами, опять нарисую вот эту табличку, которую я говорила. Сейчас еще немножко делаю перерыв, потом дальше. Смотрите, да? Вот эти наши все события. Это так кажется, что у нас, да, вот там, я родилась, все там я замуж, развод, ну, дети. Я так пишу традиционно там. Развод, ну, карьера. Очень часто после развода женщины в карьеру ударяются. Может быть, опять отношения. Это так кажется, что наша линия жизни ровная. Но на самом деле она какая? Вот у нас, ну что да, вот это же эмоциональное поле. Вот это наша зона трансформации. И здесь очень важно вам понять, чему я научилась? Что во мне изменилось? Вот когда вы поймете, как вот это на линии жизни, эти события отразились, либо вы будете говорить, да, я вот, например, я жена, и вот это у меня сейчас длится, вот это, да, мое состояние. Когда говорите, я что чувствую, когда я о себе думаю, как о жене? Не что я думаю о себе, как о жене. Это два разных вещи, да? А что я чувствую, когда я о себе думаю, о своей роли жены? Где у меня это отзывается? Мне внутри приятно, или у меня все тело наливается таким дискомфортом, и я... Вроде ум мне что говорит? Все хорошо, у вас все нормально. А когда я призываю телу, а в теле... Там пустоты или наоборот где-то какая-то тяжесть. То есть вот эти изменения тоже очень вам важно понимать для анализа вот этих трансформирующих событий, как они оказывают влияние на вас как на личность. Вот это вот наша жизнь, да, где я сейчас. Надо посмотреть, да, вот эту линию отстроить, где я сейчас. И тогда вы будете понимать, например, вот я сейчас забыла. Настя, да, вот смотрите, Настя прожила, была большая любовь, да, и что прожила? Ну, расставание, и что было очень сложно, да, сложно было выйти из этих, да, залипание произошло, было сложно выйти из этих отношений.
Но сейчас на чем фокус? Тогда Настя тебе какой вопрос должна задать? Настя, послушай. Не вопрос зачем. Ну, вопрос зачем, понятно. Нам же все дается для чего? Чтобы мы учились. И тогда говорит, чему я научилась? Чему я научилась? Не зачем, а чему я научилась? Что во мне изменилось? И изменилось ли? Потому что если я опять попадаю в такие же отношения и действую по старой модели, то значит ничему не научилась, ничего во мне не изменилось. Грабли. Грабли, да? То есть у нас же... И это очень... Более того, я бы сейчас еще тут... Что тут у нас уже? Тут есть, да? Сейчас мы делаем перерыв. Для того, чтобы происходили изменения и происходило внутреннее обучение себя, очень важно научиться включать внутреннего наблюдателя. Мало кто умеет это делать. Ну, скажем, 99% этого не делает. Потому что мы чем руководствуемся? Либо логикой, либо эмоцией. Отэмоционировали и сразу пошли действовать. Что наблюдатель делает? Наблюдатель в каком состоянии? Ноль. Да, то есть у него что? Эмоция включена. Он просто что делает? Он наблюдает. Вот если вы научитесь, еще раз я говорю, я все время говорю спасибо своему мужу, второму, который мне дает вот эту возможность учиться. Вот правда, да? Вот он для меня реально человек-шанс. Вот я его за это ценю. Я научилась вот только во втором браке быть наблюдателем. Потому что я не реактивная, я проактивная. Я сразу действую. Решение принято, что? Решил действовать. Действовать, да? Шашку на голову погнал. Машем шашкой, рубим всем голову. А потом смотришь, а с кем жить? И всему голову. А рубил, все спопил, а где ж соратники? Соратники уже всех... Ты сам этих соратников всех задавил, понимаешь? Что такое, сейчас скажу по наблюдателю, это еще очень важный аспект. Наблюдение, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Потому что сложно себя остановить, если ты куда-то тебя понесло. Да? Но вот всегда вы поняли, у вас есть возможность всегда выбора. Вы за себя можете сказать стоп и задать себе один вопрос. Я сейчас что выбрала? Вот не надо ничего делать, никаких практик. Вот себе сказала стоп, вот какая-то ситуация, вас понесло. Вы себе говорите стоп. Я сейчас что выбрала? И вы увидите, что вы выбрали. Какую реакцию? И когда вы говорите, я выбрала гнев, это следующий вопрос. Ты сейчас хочешь находиться в состоянии гнева? Ты продуктивна в состоянии гнева? Что тогда лучше? Лучше тебе сейчас что выбрать? Ну, ты можешь прожить гнев, конечно, да, можно отпустить эту, прожить эту эмоцию, отпустить, но потом тебе... Но ты уже ее что? Ты понимаешь, что ты уже в гневе, ты уже контролируешь, что ты проживаешь эту эмоцию, потом себе говоришь, окей, я ее прожила, а теперь что я делаю? И теперь в состоянии нуля начинаю действовать дальше.